Коридоры детской областной клинической больницы никогда не бывают пустыми. И это движение не прекращается вот уже 35 лет. За один год здесь проводят около 4000 операций, а через специалистов консультативно-диагностического центра проходит больше 40 тысяч пациентов. И за здоровье каждого из них борется команда профессионалов – 126 врачей и 350 медицинских сотрудников. Наличие в коллективе вот всех разных возрастов и докторов, и медсестер – это залог того, что опыт будет передаваться из поколения в поколение как среди врачебного состава, так и среди медицинских работников. Более 50% работников больницы имеют высшую квалификационную категорию. Также в рядах врачей 12 кандидатов и 4 доктора медицинских наук. Процесс обучения для каждого из них продолжается ежедневно. Мы начинали с нуля. Сами учились, где-то мы куда-то ездили, учились. И каждый новый пациент, он является обучающим. То есть у тебя откладывается в памяти, и уже опыт никуда не денешь. И все на интуиции получается. Всего в медучреждении 11 специализированных отделений. В них работают офтальмологи, хирурги, неврологи и онкологи. И на этом список не заканчивается. Кроме того, в медучреждении функционируют диагностические лаборатории, операционные, кабинеты физиотерапии. В 2010-м на базе больницы открылся детский областной диализный центр. У нас центр постоянно работает. Постоянно есть пациенты, хотя их, конечно же, мало и не столько много, как взрослых, потому что дети, в отличие от взрослых, этой патологией, к счастью, болеют значительно реже и максимально за год, может, бывает 14-15 человек. Для многих маленьких пациентов больница стала буквально вторым домом. Одни проходят долгосрочную реабилитацию, другие же появляются в кабинетах врачей ежемесячно, приходят на плановые осмотры. Мы находим общий язык с ребятишками. И вот Юля, мама почти не видит, но я примерно знаю о всех ее бедах, горестях и радостях ее семьи. Вы знаете, иногда я даже думаю, что я вторая мама. И как вторым мамам дети дарят искреннюю благодарность в самом трогательном ее выражении. И мне очень приятно, когда дети, когда приходят ко мне на очередной осмотр, приносят мне свои картины. Эти картины я, как вы видите, вешаю на стены. Каждая из этих картин я могу сказать, кем она нарисована, диагноз этого ребенка. И такими картинами, рисунками и фотографиями заполнены почти все стены областной детской больницы. За 35 лет они сохранили историю каждого маленького пациента. И уже никогда их не забудут, потому дарят здесь жизнь. Иван Губин, Юрий Рябчиков. Специально для телемарафона «Добрый АЭСТ».